мороженое на палочке называется эскимо. На самом деле это очень интересная история. Эскимо – это мороженое в шоколадной глазури. Его, кстати, изобрели почти 100 лет назад, когда кондитер Христиан Нельсон случайно пролил на приготовленное мороженое шоколадную глазурь. Он решил назвать свое изобретение «Эскимо пай». И его мы сейчас называем «Эскимо». Мороженое по ГОСТу. Это означает, что мороженое соответствует всем требованиям государственного стандарта по качеству. Например, мороженое пломбир. Жирность в мороженом должна быть от 12 до 20%. Мороженое Мяснов с жирностью 15%. Сколько плиток шоколада уходит на один шоколадный пломбир? В один шоколадный пломбир уходят 2 плитки шоколада. Но кроме этого, мы добавляем также удовольствие, радость и, конечно же, счастье, чтобы мороженое получилось вкусным и приятным.